В смысле, а это что такое? А это что такое? В смысле, я вообще чуть не понял, что это вообще такое? Ни хрен! Это еще кто? Это еще кто такой нафиг? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня, ребятушки, мы вместе с вами продолжим нашу замечательную рубрику под названием «Операции в Майнкрафт». Кто помнит, в предыдущей серии мы делали операцию Чики из аниматроников, то есть 5 ночей Фредди. Ребята, кто хочет это проверить, ссылочка будет в описании, заходите и смотрите, как же мы спасли Чику. А сегодня, ребята, мы приступаем к новой операции. Если вам нравится эта рубрика, ребята, мне только приятно. Если вы хотите видеть новую рубрику с операциями, где я буду делать операции вашим любимым героям с мультиков, аниме, сериалов, фильмов, то даже вам я могу делать операцию кому угодно, ребята, поставьте большой палец вверх. Я вам обещаю то, что как только мы наберем 7000 лайков, я сразу же выпущу следующую серию. Ребята, пожалуйста, это всего лишь одна секунда поставить для вас лайк, но я, ребята, постараюсь и выпущу новую серию с операциями как можно быстрее. Давайте все место вместе, ребята, вместе, дружно поставим лайк этой серии. Я вас, ребята, очень сильно прошу, это не так-то сложно. Но также подписываемся на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, делайте репосты, и также, ребята, пишите в комментариях, самое главное, пишите в комментариях, кому вы хотите, чтобы я делал операции. Как я уже сказал, мультики, фильмы, сериалы, ребята, все, что вы только сможете придумать, напишите любого вашего любимого персонажа, которому вы хотите, чтобы я делал операцию. Я постараюсь это воплотить в жизнь и в следующей серии, ребята, посвятить ее именно вам и вашему герою. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии. И как я уже вижу, тут у нас есть Капитан Америка. Если тут Капитан Америка... А это что, кстати, такое? Если тут Капитан Америка, то мне интересно, кто там внизу. Если это Марвел, если это Мстители, то, в принципе, Капитан Америка нас должен просить о помощи. Я, если честно, не знаю, кому мы будем делать операцию в этой серии. Но перед этим, ребята, давайте мы посмотрим, что у нас есть. В первую очередь, одеваем наш... костюмчик медика. Такой себе костюмчик, согласен, но все же, ребята, у нас есть пистолетик, который... Ой, вернись! Пистолетик, который мы добыли в предыдущей серии. И, в принципе, ребята, смотрите, что у нас еще есть. У нас есть боевой нож на 5 урона, его можно выложить в нашу тумбочку, потому что у нас есть бита на 6 урона, зачем нам ножик? И также, ребята, мы можем выложить... Что мы еще можем выложить? Еще что-то смотрел. Что-то я еще хотел выложить, но пока не знаю. Пока забыл, ребята. Пускай... О, нет, нет, нет. Пускай пока что все, ребята, так будет. У нас, кстати, есть 25 баксов. Поэтому, ребята, я так подумал, то, что мы можем потратить вот эти 25 баксов, чтобы купить себе новый меч, который называется Экскалибур. У нас есть бита. Давайте посмотрим, что это за бита. Вот она, ребята, вот она. А сейчас мы купим меч за 20 баксов Экскалибур. И давайте посмотрим, что это за меч. Опа! Давайте сравним. Бита, такая бита. Такой Экскалибур. Такая бита. Такой Экскалибур, нифига себе, ребята. Вот это меч, Андрей, вот это мечище. Вот это я могу назвать настоящее оружие. Но, ребята, ставим это все вот сюда. Вот сюда. И сейчас давайте отправляться на наши приключения. Ну что, Капитан Америка, рассказывай. Привет, рядовой Эдисон. У моего друга Тони Старка случилась беда. Во время очередной схватки с террористами ему повредили его вечный двигатель в груди. Его нужно починить как можно быстрее. Если нет, то он умрет. Что от тебя требуется, рядовой? Единственная копия прототипа двигателя осталась в доме у Тони. Но террористы захватили его дом, и я сам не смогу пробраться туда и отнять у них двигатель. Единственная надежда на тебя. Справиться с этим непростым заданием? Если да, то я тебе очень хорошо отблагодарю. Также повышу тебя в звании, будущий сержант. Я надеюсь на тебя. Тебя уже ждет вертолет. Ёхины матрёхи. Офигеть, ребята. Так, в первую очередь нам... Я понимаю то, что нам нужно сделать операцию. Нужно сделать операцию Тони Старку. Так, подожди минутку, я сейчас вернусь, ты можешь на меня рассчитывать. Так, я сейчас вернусь. Подожди, Капитан Америка. И, кстати, как он уже сказал, да, нас ждет нафиг тут вертолет. И... Вот, его поврежденный вечный двигатель. Нужно заменить вот эти поврежденные частицы на вот эти нормальные частицы вечного двигателя. Поэтому, Тони Старк, не переживай, мы вернемся, как только заберем вот эти частицы с твоего дома, где сейчас находятся террористы. Поэтому, Капитан Америка, я готов. Ты можешь на меня рассчитывать. Да. И, в принципе, ребята, сейчас мы взяли задание. Нам нужно пробраться в вертолет, чтобы отправиться... В дом Тони Старка, где сейчас находятся террористы. Это, кстати, что? Джамп-буст на 20 секунд. Ну что, ребята, вы готовы? Я надеюсь, я смогу туда допрыгнуть.
А, давайте, разгон и поехали! Опа! Ни хрена себе! Офигеть, просто офигеть! Ну что, ребята? Опа, и сейчас вертолетик, садимся, и, ребята, улетаем. Увидимся уже в доме Старка, потому что туда лететь очень долго. О, так, вот мы прилетели, зависли в воздухе, и нужно прыгать, ребята. Вот дом Тони Старка, нифига себе, огроменный дом. И вот на него, кстати, уже нападают террористы, поэтому нужно прыгать, наверное, в бассейн, ребята. Хоть это офигеть, как высоко, но все же нужно. Давайте, опа! О, твою мать, только не разбиться! Опа, нормально, 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 приземлились. И сейчас, ребята, как я вижу, дом Тони Старка. И, кстати, да, ребята, смотрите, там уже есть бандиты, поэтому нам нужно разобраться. Берем вот это... И потопа. У нас есть экскалибур на 7 урона. У нас есть пистолетик. Железный пистолетик. И также зажигалка. Ну что, ребята, давайте пойдем с ними разберемся. Давайте их приманим. Нате, паскуды, нате, давайте. Давайте, опа, ща я заберу у вас вечный двигатель. Так, врываемся в дом. Кстати, вот еще бандиты. Еще бандиты, ни хрена себе. На, я там, кстати, видел, бабло выпало. Да, вот бабло с него выпало. 2 бакса, кстати. Что у нас тут? Опа, сундучок. И что у нас в этом сундучке? Ни хрена. Шапочка! Шлем генерала. Только это, кстати, не шлем, это фуражка, можно сказать. Но все же мы его одеваем на голову, поэтому... Ни хрена себе, я модник сейчас. Нифига себе, какой я крутой. Мне побольше... Твою мать! Твою мать! Охренеть! О! Железка одно выпало. А, я, если честно, не заметил. Так, кстати, у нас есть в сундуке, я в тумбочку отложил 6 железа. Это еще плюс одно, значит, у нас есть уже 7 железа. Кстати, ребята, давайте посмотрим. А, ну, от кольчужной вообще ничем не отличается, только красотой. Только, ребята, красотой. Круто. Ну, давайте, ребята, кстати, тут у него что? Тут у него спортивный зал у Тони Старка. У него тут, смотрите, бойцовский ринг. Тут у него парилка, баня. Тут у него поднимать штанги. И бойцовская груша. И что у нас тут, кстати? Тут у нас бассейн, да? Тут у нас бассейн, и тут у нас свет включает вот эта кнопочка. Зашибись. Я бы сейчас скупнулся. О, кстати, я бы сейчас скупнулся, если бы нам, этим бандитам, не нужно было бы надирать жопу. Давайте. На тебе, заразы. На. Так, что выпало? Пули выпали. Пули выпали. На. В принципе, я не знаю, крутой ли это пистолет или нет, но все же я вас захреначу, что с него еще выпало. Ничего, зато иди сюда. Иди сюда, нафиг. Бандиты конченые. И... О-о-о! Это куда? Это куда? Еще одна частица. Что это, кстати, ботинки генерала. Только это не ботинки, какие-то... Фиг его знает что. Но за... Нифига себе, у Тони Старка комплекты тут. Твою мать, я прям... Это лифт, да? Это лифт, да, это лифт, но сюда мы не будем идти. Ни хрена себе у Тони Старка тут. Так, пока они нас не видят. Комплекты дома валяются, костюмы генералов. На тебе, на тебе. Так, этого убили. И тебе, зараза. И кстати, кстати, начался дождь. Начался дождь. Выпало золотое яблочко. И смотрите, кто у нас тут. Помощник генерала. Кстати, если это помощник, то где-то должен быть вообще сам генерал. Но, помощник, мы сейчас с тобой разберемся. Кстати, я тут вижу сундучок, поэтому мне кажется, тут должен быть что-то полезное, какой-то полезный предмет. Ну что, генерал, ты готов? На тебе, давай! У него, кстати, в одной руке бита, в другой руке топор мясника, или что это? Кстати, не падай вниз, не падай вниз. На тебе, зараза! На тебе! Опа! Что с него выпало? И еще одна частица. Штаны генерала. Опа, на, какие мы модники, только пока что еще не хватает курточки. Так, и что у нас тут? И тут у нас частица вечного двигателя. Поэтому, ребята, это то, что нам нужно. Сейчас мы будем возвращаться к Тони Старку. И, кстати, нас уже тут также ждет вертолет. И давайте, ребята, садимся и возвращаемся к нашему Тони Старку. Его нужно спасти как можно быстрее. Ну что, ребята, вот мы вернулись, мы в вертолете, давайте возвращаться обратно. Мне кажется, то, что Капитан Америка нас уже там заждался, поэтому давайте как можно
Ой, удачнее приземлимся куда-то вот сюда. Замечательно. И привет, привет, Капитан Америка. Привет, Капитан Америка. В принципе... А, нет, нет, подожди, Капитан Америка. Нам же изначально нужно восстановить нашего... нашего железного человека. У нас, кстати, есть 20 частиц вечного двигателя. Поэтому, ребята, давайте будем выкапывать вот это, что у него тут есть. Я не знаю, сколько тут частиц ему не хватает, но мне кажется, то, что, в принципе, очень даже так много. Вот этот хлам давайте выбирать. Это, вот это. Кстати, смотри, еще даже вот тут. И вот тут. Все, больше нигде нету. Мне кажется, больше нигде. Поэтому, ребята, давайте будем заставлять сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Вот так. И все. И у нас еще 11 штучек осталось, может, запасные. Но, в принципе, все. Все. Ты готов. В смысле, а это что такое? А это что такое? В смысле, я вообще чуть не понял, что это вообще такое. Ни хрен. Это еще кто? Это еще кто такой нафиг? Генерал Василий, так ты мне тут засаду нафиг устроил? Генерал Василий, а ну иди сюда, а ну иди сюда. Как ты вообще посмел сюда, ко мне, в мою зону? Так, иди сюда, на сюда. На, генерал Василий. Ух ты, ни хрена себе, он мне два сердечка сносит с одного удара. И я выполнил квест, ребят, я убил генерала Василия. И да. Ну что, генерал Василий? Ни хрена себе, смотрите, с него еще что-то выпало. Куртка генерала. Охренеть просто. Вот это полный сет. Вот это, ребята, то, что мне нужно. Мы разобрались с генералом Василием. Мы спасли нашего железного человека. В принципе, что? Что? Что нам, ребята, нужно вернуться к нашему... вернуться к нашему Капитану Америки. И все, что он скажет, это спасибо за выполненную работу. Сержант! Нас уже повысили! Я был рядовой, сейчас он нас называет сержантом. Ну, его прибабахи, но все же, прими мою благодарность. Давай, что он нам даст? Он нам дал вроде 5 баксов. Он нам дал зелье пригучести. Один алмаз! Первый наш алмаз, ребята! Да! Первый наш алмаз. Пригодится, мне кажется, пригодится. И больше, если честно, он нам ничего не дал, да? Больше ничего он нам не дал. Но на этом, ребята, мы уже будем заканчивать эту серию. Если она вам понравилась, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх. Каждый шлаг для меня важен. И честно, ребята, как только мы наберем 7000 лайков на вот этой серии, я сразу же побегу записывать следующую серию операций, если вам, конечно, нравится вот эта рубрика. Потратьте, ребята, всего лишь одну секунду, поставьте лайк, но я выпущу для вас новую серию как можно быстрее. И также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Зовите своих друзей на просмотр, делитесь этим видео в социальных сетях. И, конечно же, пишите в комментариях, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Ваши любимые персонажи из мультиков, фильмов, аниме, комиксов и многое, ребята, другое. Пишите, кого угодно вы хотите, чтобы я ему сделал операцию в следующей серии, ребята. Может, даже вам. Но все же, ребята, честное слово... Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Прощаемся с нашим Капитаном Америкой. И, ребята, еще раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.